Привет, я Ваня. Давай сегодня нарисуем большой, яркий воздушный шар. Огромный воздушный шар. И рисуй со мной. Рисуем, берем маркер и на белом листе рисуем шар. Шар у меня такой огромный. Я сразу его нарисую. Это как будто перевернуто. Я нарисую две точечки. Как будто перевернутая груша. Я нарисую вот такой круг, незаконченный, смотри. Вот такой. И раз. Он не кончен, потому что сюда идет и сюда. Здесь заканчиваем шар. Вот такой шар воздушный у нас получился. Теперь пририсовываем ему, к нему гондолу. Воздушные шары летают по небу. Их надевают горячим воздухом. Или легким воздухом каким-то, к примеру, легким газом. И садятся в гондолу люди, и мы гондолу рисуем. Очень простая такая гондола. Это такая корзина, куда залезают люди. Они залезли, мы даже одного или двух нарисуем. Двух, давай нарисуем двух. Такой один такой сидит такой, улыбается и машет рукой. И говорит: «Эй, привет, ребята, мы здесь, как вам там внизу?» А я говорю: «Отлично, мы вас рисуем». А второй здесь такой, тоже улыбается, очень довольный, обе руки поднял, машет и очень довольный. И нарисуем веревки, на которых гондола держится. Вот тут они вот так идут, здесь еще и сюда идут. Вот такие веревки. Я думаю, этих веревок вполне достаточно, чтобы держать гондолу. А гондола у нас и из корзин, и из такой соломы или крепкой, может быть, какой-то... плетеная какая-то гондола, да? Мы ее плетеную хотим показать. А как мы ее покажем? Мы вот так ее покажем. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь наоборот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И получается настоящая гондола. И тут же мы пририсуем здесь груз. Зачем груз? И здесь груз. Груз за тем, что туда садятся люди. А груз очень тяжелый. Но, тем не менее, воздушный шар, он поднимается вверх и летит. А потом, когда он начинает спускаться, люди бросают груз, и он... Шар становится легче, гондола становится легче, и он летает вверх, шар. А теперь мы наш шар раскрасим. Но раскрасим сначала маркером, нарисуем узоры. Здесь я нарисовал полосочки. А в полосочках нарисую треугольнички и раскрашу их разными цветами. Здесь нарисую такую волну. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. А здесь нарисую шары. Ну, такие кружочки. 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 Рисую кружочки. И здесь кружочек. А здесь нарисую... Думаю, что... Давайте здесь кружочки нарисуем. Вот здесь. Кружочками раскрасим. Здесь раскрасим тоже двумя кружочками. А здесь нарисуем такую полосочки. Такие нарисуем полосочки. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Такие колючки. Зигзаг. И все. Наш шар готов. И он почти готов. И мы можем раскрашивать. Но мне кажется, самое главное показать, что он в облаках летит. И мы облака нарисуем большие, но они все ниже шара. И сразу люди подумают: ого, этот шар летит в облаках. А теперь раскрасим. Я советую тебе начать с желтого цвета. Желтый цвет очень яркий, очень красивый. И всегда, когда ты им раскрашиваешь и начинаешь, у тебя сразу повышается настроение. Ты думаешь: о, как здорово получается. Так что начни с яркого цвета и переходи постепенно к более темным. К примеру, возьми желтый, потом оранжевый, потом уже зеленый, а потом голубой. И дойдешь до синего. Так что я взял желтый, как я сказал. Теперь я возьму оранжевый. Покрашу гондолу желтую-оранжевую. Здесь добавлю оранжевую полосочку. Волна оранжевая шара. На шаре есть оранжевая волна. Рисуем ее. Теперь, как я сказал, лучше взять зеленый, к примеру. Он здоровский цвет. Он мне очень нравится. Он яркий. Я взял очень светло-зеленый. Для начала. И здесь покрашу. Несколько мест сразу крась зеленый, к примеру. А теперь возьму голубой. Обязательно возьми голубой, такой светлый-светлый. Он очень красивый. Красиво смотрится голубой. И раскрась уголки, к примеру, голубым. Или еще то, что ты захочешь. Я хочу сверху, к примеру, тоже покрасить голубым.
А потом добавить фиолетового. Вот здесь. И груз поставлю голубым, покрашу. И даже рядом с шаром я нарисую голубое небо. Я кладу мелок плашмя и раскрашиваю все голубым. Кроме облаков. Примерно так я покрашу голубым все вокруг. И отличный у меня шар получился. Но я хочу показать, что мое небо и не только голубое, но и синее. Из-за этого я возьму синий цвет и покрашу вокруг. Вокруг тоже покрашу сверху. Особенно я внизу сделаю голубым, а сверху покрашу синим. И у меня будет синее небо. Чем выше небо, если ты посмотришь солнечный денек, тем оно более насыщенного цвета, вот такого. А внизу оно светлое. И даже оно может быть немножко розоватым. И это будет очень прекрасный цвет, если ты добавишь в свою картину немножко розоватого, к примеру. Это будет очень красиво. И этот же розовый добавим в треугольнички. Так, посмотрим, что нам пишут. Мило. Ругаются, да. Нужно будет... Так, окей, продолжаем. Розовым покрасили, теперь берем фиолетовый. Фиолетовый, нужно найти фиолетовый и покрасить. Нет, это не фиолетовый. Вот он, фиолетовый. Здесь я хочу покрасить фиолетовый вверх. И тут же фиолетовые кружочки здесь. А здесь я сейчас решу, чем же здесь покрасить. Мне кажется, зеленый хорошо подойдет. Зеленый, но не такой темно-зеленый. А я возьму ярко-зеленый цвет. Он отлично подойдет. Как раз в нашем шаре не хватает зеленого. Есть все цвета, но вот зеленого не хватает. Покрашу одного человечка в зеленый цвет. А второго человечка в синий цвет. Такие мореплаватели, воздухоплаватели у меня такие... получились. Ну как, нравится вам мой рисунок, ребят? Я зову вас рисовать со мной. Если вы нарисовали, родителям скажу, если вы нарисовали с ребенком хотя бы один рисунок, обязательно поаплодируйте ребенку, похвалите его, поделитесь его рисунком бабушке, дедушке, покажите в WhatsApp друзьям, покажите в свои сторис, я вам поставлю лайк, репостну вас и покажите ребенку, что вот он получил первых своих зрителей, и это будет хороший стимул к еще большему творчеству. Так что спасибо за участие, мне это поможет в развитии, а вам это понравится. Я рисую каждый день, это такое будет... Эта рубрика будет называться какие-то такие, не знаю, рисунки для мальчишек и девчонок, яркие воздушные шары. Может быть, я нарисую еще и корабли, и самолеты, и пароходы, и поезда. И все это мне нравится, и даже подводные лодки будут. Спасибо, что рисуете со мной. До новых встреч. Я еще вернусь. Не уходите далеко.